Привет, я Роман. И сегодня о наболевшем. В соцсетях идет бурное обсуждение выборов главы города Суджи. И очень часто встречаю такие комментарии, что все равно ничего не изменится, кто бы ни пришел, все будет по-прежнему, все воруют и так далее, каждый думает о себе. Я рискую отвести сотни ненависти, но все-таки не могу не сказать: люди, а вы зачем? Почему вы позволяете так себя вести нашим правителям? Вот подумайте об этом, пожалуйста. Потому что если ничего не делать, ничего не предпринимать, ничего не требовать для себя, то какое мы вообще имеем право что-то требовать от них? Вы правда думаете, что придет вот какой-то хороший, добрый дядя, и как вдруг начнет о нас всех заботиться, причем зная, что нам нужно, вникая в проблемы каждого, и вот ну всем прям сразу все хорошо станет? Вы действительно так думаете? Президент в каждом послании, практически в каждой речи говорит о том, что нужно повышать гражданское правосознание, ну, нужно вовлекать граждан в участие в управлении жизнью городов, всей страны. Это наша страна, наши дети здесь растут, наш город, и нам здесь жить, понимаете? И почему мы не можем сами ничего добиваться и решать? Смотрите, кто-то ведь добивается, и кто-то получает, и все это работает на самом деле, ведь проталкивается. Да, страшно, думаете, мне не страшно? Страшно, но надо же как-то все равно двигаться вперед, потому что подумайте еще, вот деды и прадеды наши, которые защищали страну от фашистов, не страшно было воевать, как вы считаете? И ну, настолько ли страшно вот идти наперекор власти? Потом не обязательно наперекор. Вот подумайте, да, допустим, поставьте себя на место администрации. Вы разве знаете все проблемы всех людей? И как понять, чего людям нужно, если они сами молчат? Поэтому давайте потихоньку начинать раскачиваться и давайте сами что-то делать. И давайте не позволять нам себя обворовывать, нам себя обманывать и грести под себя всем нашим руководителям. У меня все, спасибо.